Здравствуйте, меня зовут Лина, и начнем мы, как обычно, с дыхательной гимнастики Стрельниковой и распевки. Значит, мы начинаем с дыхательной гимнастики Стрельниковой. В чем принцип? Вдох через нос, выдох через рот. Делаем 8 раз. Чуть-чуть спокойнее. И еще раз. Попробуем сделать один. Откуда должен звук исходить? Ну, оттуда. Почему-то у меня выше получается. Это просто хрип такой. С утра, когда встаем, хрипим же мы немножко. Призвук голоса слышим. Вот. И только его оставляем, получается. Полностью упражнение так будет звучать. Пробуем. Теперь делаем то же самое с открытым ртом. Рот только открываем. И не закрываем в конце. Ли-и-ле-о-ли-и будут слоги. Выглядит так. Ли-ле-о-ли. Медленно попробуем. Ли-ле-о-ли. Ли-ле-о-ли. Вдох, резко руки скинем, чуть-чуть расслабимся. Чуть-чуть улыбаемся. Подбородок не тянем, хорошо, в любом случае. Чуть-чуть выше. А знаешь, все еще будет, и весну еще наколдует. Тает. Отдельно ед. Вот сюда приходим. Тает. И встретиться нас заставит. Еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что она та же птица. Ага, на пти немножко улыбаемся. И не поймаешь. А в клетке ему томиться. Чуть-чуть повыше. Тоже ведь не годится. Ага, только не марш поем. Тоже ведь не годится. Тоже ведь не годится. Трудно с ним, понимаешь? На этом урок закончен. Следите за нами в следующих выпусках. Любите музыку. Музыка. Универсальный язык, понятный каждому. Золотой ключ к сердцам. Давно мечтали освоить его, без слов делиться сокровенным, очаровывать звуками голоса, легко перебирать клавиши фортепиано, струны гитары. Ваши желания осуществимы. Ученики музыкальной школы для взрослых «Виртуоз» доказали, желание, трудолюбие, любовь к музыке победят все препятствия. Присоединяйся и открой для себя мир музыки. Школа работает всю неделю без выходных и перерывов. Звоните 8-909-349-28-82, и вам подберут педагога. Вместе с нами к новым достижениям. Музыкой наполнить душу, воплотить свои мечты, удивить родных и близких сможешь наконец-то ты.
музыкальной школе «Виртуозы» у вас есть уникальная возможность не только научиться петь и играть на любимом инструменте, но и сделать оригинальный подарок вашим любимым. Ну а сейчас настает время для самой интригующей части нашей передачи – голосования. Здравствуйте, дорогие телезрители! Начинается последний месяц участия наших девочек на проекте «Идеальная женщина», и сейчас голосование становится очень жарким, потому что у нас есть уже конкретные лидеры проекта. Жюри сейчас предстоит очень ответственная миссия – выбрать тех девочек, которые будут явными лидерами. Это буквально 3-4 человека. Из них потом мы выберем победительницу проекта на признании года 19 декабря. Давайте начнем. Здравствуйте. На этой неделе я хотела бы как обозначить, наверное, как сильное звено, как, можно сказать, будущего победителя, это Альбиночка. Она большая умница, на протяжении всего проекта проявляла себя очень хорошо, она росла, она изменилась внешне, так и внутренне. Также на моих занятиях она смастерила брошь, последуя всем моим советам, учитывая все мои пожелания. И вот Альбиночка, она молодец, сделала самое первое, может сказать, самую красивую. Вот. А слабым звеном я бы хотела бы назвать эту девушку, это Ларионова Екатерина. Екатерина, не знаю, почему ты перестала посещать занятия, ну и вообще, наверное, ты покинула проект. Зря. Ты пришла на этот проект меняться, хотела поменять свою жизнь в лучшую сторону. Ну, не знаю. Мне кажется, если ты выбрала этот путь, тебе нужно было следовать до конца. Здравствуйте. На этой неделе я бы хотела проголосовать за Луизу Шакирову. Наверное, она проявляет себя на проекте достаточно ярко, очень активно начала себя проявлять на моих занятиях, мне это очень нравится, и ну, развивается, раскрывается, это приятно, проявляет себя такой харизматичной, яркой личностью. Против я бы хотела проголосовать Татьяну Розет, девушка очень интересная, но при этом такое ощущение, что у нее уже есть корона на голове, и, в принципе, она уже идеальная женщина, поэтому как-то, на моих занятиях она себя не проявила, и даже как-то наоборот, потом вообще перестала ходить, поэтому я голосую против. Здравствуйте, меня зовут Олеся Кияева, я помощник руководителя музыкальной школы «Виртуозы». На этой неделе хотела бы проголосовать за девушку Настю. Нам очень нравится, как она занимается, нравится ее преподавателю, ее успехи. Сначала она немножко стеснялась, но с каждым занятием она раскрывается все больше. Все-таки музыка – это занятие для души, и поэтому, наверное, она растет. Нам вот она на этой неделе очень понравилась. Против мы хотели бы проголосовать Гульнары, так как она немножко перестала посещать наши занятия. Возможно, у нее есть какие-то свои причины на это, но мы бы хотели, чтобы она приходила к нам, возможно, не в рамках проекта, а в другое время, потому что это всегда полезно и приятно, поэтому будем ждать ее у себя. На этой неделе я бы хотела выделить Луизу Шакирову, так как, на мой взгляд, Луиза действительно является идеальной женщиной. На одном из занятий Луиза сплотила всю команду, сделав небольшой рывок, и в результате наше занятие было просто насыщенным, и все девочки приняли одну из участниц, Татьяну, была просто огромная любовь, обнимашки и так далее. Поэтому, Луиза, мой тебе респект, уважение, вот держи все в том же духе. Против я бы хотела проголосовать Маргариты Моисеевой, так как эта участница, к сожалению, разыграла просто огромный скандал в моем инстаграм, что, собственно, меня удивило с одной стороны и с другой стороны. Я считаю, что необходимо сначала ставить перед собой цели, а потом уже действовать, а не наоборот. Всем привет! На этой неделе я хотела бы проголосовать за Луизу Шакирову. Мне эта девушка импонирует тем, что в 44 года она умудряется обладать такой харизмой. Ну и вообще она внешне очень такая стильная, красивая. Мне она нравится просто. Вот мне кажется, корону на нее одевать и все вперед. И против Татьяны Розет. Вот если к Луизе у меня симпатия, то к ней антипатия полная. Это человек, который не обладает никакой харизмой. Он мне не интересен. И она не слышит, что ей говорят, она не слушает, она живет в каком-то своем мире, в котором
нам, наверное, места нету даже. И она мне не нравится просто, как человек. На этой неделе я голосую за Анастасию. Она показывает результат не только на моих занятиях, я вижу, и против Гульнары. Она перестала посещать мои занятия. Очень жаль, жду тебя. Здравствуйте. На этой неделе я хочу проголосовать за Алину Алиеву. Мне очень нравится, как она ходит на занятия, как она проявляет активность. Вообще она очень красивая девочка. И она помимо занятий проявляет активность, общается, задает вопросы. И мне это очень нравится. Вот. А против, к сожалению, Эльвира Галимуллина, потому что мне она в целом очень нравится, очень симпатична, но она почему-то перестала приходить на занятия. И для меня это огорчительно, поэтому я голосую против нее на этой неделе. Так, за Луиску больше всех голосов, да? Да. Я за Луиску. Я тоже за Луиску. Ты за Луиску. Еще за кого-то по два было. Ты тоже за Луизу. Я за Настю голосовала. Нет, три за Луизу. Все за Луизу, а против? У нас, по-моему, все разошлись. Таня. Таня. Два Таня раза Таня, была. Да? Да. Да, Таня два раза была. Больше за... Три, по-моему, раза была. Кто? Гульнара? Кто за Гульнару голосовал, девочки? Против. Я против. Раз, Гульнара. Два. Против. За Таню? Раз. Один. Два. По два голоса. На этой неделе Евгения с нами в жюри нету, поэтому я могу себе немножко позволить пошалить и проголосовать за нее. Я очень хочу поддержать от лица Евгении Машко Луизу Шакирову. Это бесподобная просто девушка с невероятной харизмой, с мудростью житейской, с таким пониманием в глазах. Очень приятно общаться с таким человеком и просто находиться вместе. А против, я не хочу никого голосовать, но придется. И это Гульнарочка, потому что, к сожалению, она у нас ушла. К сожалению, они не ходят на наши курсы и занятия, хотя они бесподобные и очень интересные. Давай, учись быстрее, приходи к нам на пятый сезон. Ну и, соответственно, я таким образом и подвела итоги нашего сегодняшнего голосования. У нас получилась лучшая Луиза, а слабым звеном на неделе Гульнара. Я думаю, что мы увидимся на следующей неделе. А я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, что голосование реалити-проекта «Идеальная женщина» проходило в замечательном ресторане «Альпенхоф» по адресу Менделеева, 160/9. Современный демократичный ресторан, сочетающий в себе лучшие традиции мировой ресторанной кухни и современные тенденции ее развития. Европейская и австрийско-немецкая кухня. Три этажа ресторанов. Пивной ресторан «Альпенхоф». Здесь гости могут попробовать лучшие сорта пива из собственной пивоварни. Каждое воскресенье и понедельник скидка на меню кухни и австрийское пенное минус 20%. «Альпенхоф» – современный европейский ресторан с традициями, стилем и оригинальным интерьером. Партнеры проекта «Идеальная женщина». Бутик «Ла Гардероб». Клуб счастливых женщин «Джулия». Ландшафтный дизайнер «Марина Мельникова». Мир «Леди Фит». Бьюти-студия «Муза». Визажист-стилист Олеся Торбеева. Имидж-стилист Софья Апостолиди. Портной «Универсал» Ксения Боева. Стилист ногтевого сервиса Алина Назарова. Ресторан 007. Студия безусловной красоты. Танцевальная мастерская «Точка». Фотограф «Заноза». Турагентство «Леда Тревел». Музыкальная школа «Виртуозы». Дизайнер и мастер эксклюзивных украшений Айгуль Хабибулина. Салон красоты «Беатричи». Студия аквамассажа «Стрекоза». Слово предоставляю своей соведущей Виктории. Давай, вещай, лошара! Вот и подошел очередной выпуск реалити-проекта «Идеальная женщина» к своему логическому завершению. Все было динамично, интересно. Участницы сейчас стали стараться намного больше, потому что очень хотят победить. И у нас есть уже явные фавориты. А кто, вы узнаете на следующем голосовании. И обязательно на признании года увидите ту единственную, которая победит из всего того количества девчонок, которые были у нас на проекте. До свидания, до следующей недели.